Всем привет! Здесь мы будем с вами водить вот такой же, ну не такой же, а вот такой вот грузовик, самосвал, дамтрак, не знаю, как еще его назвать. Так, тут на время как-то его очень слишком мало. Так, ну надо успеть. Правда, не знаю, далеко ехать или нет, но вроде как я куда-то приехал. Так, тихо. Есть. Так, поехали дальше. У нас теперь тут бульдозер. И надо как бы побыстрее тоже вот этого обогнать. Медленно как-то едет. Так, теперь мы вот в городе появились. Тихо. Так что здесь нам надо. Ага, опустили этот ковш или что это. Давайте камни все загребать. Так, так, так. Есть. И вот сюда нам надо стать. Так, а теперь что? Теперь нам надо вот эту штуку, наверное, загрузить в этот самосвал. Так, есть, и поднимаем, и так загрузили. Теперь поехали. Так, эта машина, блин, тут времени, конечно, очень мало осталось. Так, где-то он здесь должен сейчас разворачиваться. Так, вот, отлично, объезжаем. Вот греха подальше. И надо теперь нам засыпать дорогу. Так, нажимаем, открывается, поднимается этот. И вот пошел процесс. Чтобы ускориться. Так, а теперь нам надо разровнять дорогу. Сделать ее красивой и ровной. Так, что у нас тут? Давай. Так, тут вроде скорость нельзя превышать, но как ее не превышать, если я не успею? Так, вот, давай быстрее. Времени не хватает. Но вроде успеваю, все, дорога готова.